Добрый день! Сейчас у нас следующее стихотворение Маршака. Называется «Тихая сказка». Эту сказку ты прочтешь. Тихо-тихо-тихо. Жили-были серый еж и его ежиха. Серый еж был очень тих, и ежиха тоже. И ребенок был у них очень тихий ежик. Видите, какая семейка? Ежик папа, ежик мама, ежиха. И маленький сыночек у них тоже тихий очень. Все семьей идут гулять ночью вдоль дорожек. Еж отец, ежиха мать и ребенок ежик. Вдоль глухих осенних троп ходят тихо. Топ-топ-топ. Спит давно народ лесной, спит и зверь, и птица, но во тьме в тиши ночной двум волкам не спится. Вот два волка, и они не могут уснуть с голоду, наверное. Вот идут на грабежи тихим шагом волки. Услыхали их ежи, подняли иголки, стали круглыми, как мяч. Ни голов, ни ножек, говорят, головку спрячь. Съешься, милый ежик. Посмотрите, как они. Ежики так ходят, а когда почувствуют беду, они скручиваются колечком, совсем как шарик стоит. И со всех сторон у них получаются иголки, которые их защищают. И тогда их никто не тронет, потому что колючек все боятся. Ёж съежился торчком, поднял сотню иголок. Завертелся волк волчком, застучал, запрыгал. Лапой толк, зубами щелк и куснуть боится. Отошел, хромая, волк, подошла волчица. Вертит ежика она, у него кругом спина. Где же шея, брюхо, нос и оба уха? Поднялась она катать шарик по дороге, а ежи, отец и мать, колют волчьи ноги. Вот смотрите, видите, они как свернулись в шарик, и весь шарик колючий. А волк наступил, ему стало больно. А волчиха подошла к маленькому ежонку. А мама с папой защищает его, колют ноги волчихе. У ежихи и ежа иглы, как у елки, огрызаясь и дрожа, отступают волки. Шепчет ежику ежи: ты не двигайся, лежи, мы волкам не верим. Да и ты не верь им. Так бы скоро и ушли, посвоясь и волки. Да прослышали вдали выстрел из двухстволки. Пес залаял и умолк. Говорит волчице волк: что-то мне не можется. Мне бы тоже съежиться. Спрячу я, старуха, нос и хвост под брюхо. Видите? Пришли охотники, выстрелили, и волки испугались охотников. И со страху волк готов был тоже, как ежик, закрутиться, и чтобы его никто не видел и не тронул, спрятаться от людей и от всех за колючки, как это делают ежики. А она ему в ответ: брось пустые толки, у меня с тобою нет ни одной иголки. Нас лесник возьмет живьем. Лучше вовремя уйдем. И пошли, поджав хвосты, волк с волчицей в кусты. В дом лесной вернулся еж, ежиха, ежик. Если сказку ты прочтешь, тихо, тихо, тихо. Вот такая история приключилась. Смотрите, какие красивые еж. Папа, ежиха, мама
И маленький ежонок тоже любит, когда его за ручки поднимают. Всего вам доброго. Видите, следующая у нас сказка будет про Мошку Михалкова. До свидания.